Индонезии. Так вот, Бали — это Индонезия. Ну, это как бы... Айрон, ты на Бали собрался? Своя собственная религия. Во-вторых, здесь постоянно. Занимаешься, то отпускаешь. Скажи, я за Птушкина посмотрю и поеду, да? Адовый трафик. Надо, скажи, изучить перед тем, как туда ехать. Азии и Бали здесь не исключение. Здесь гигантское. Дай тебе карту. Дал ему карту. Я, скажи, поехал туда. Скажи, оплатите мне билет на Бали, и я поеду. Скажи, у меня есть виза, скажи, туда лететь. Да, скажи, на, бери. Ну держи, скажи, я поеду уже туда, наконец-то. Скажи, ты что, не видишь? Скажи, я оплатил. Моя оплата, скажи, у меня таких много. Скажи, у меня таких вон целая куча. Жалко тебе, Жаш, сам поедешь туда. В общем, ребята, я посидел, то есть такое количество, ну почти аварийных ситуаций происходит. Скажи, девчонки там. Скажи, море, девчонки. Местами напоминает пустой. О, море, море. Я, скажи, хочу на море. Дайте мне море, я вам звезды. Самые красивые весовые террасы на Бали. Айрон, все, ты уже там? Скажи, я уже там, скажи, мысленно, да? Скажи, мысленно и физически, я уже все, туда ушел. В параллельной реальности. Я исчезла. Скажи, какая параллельная реальность? Скажи, это Бали. Скажи, это реальность. Я сейчас исчезла. Очень далеко, вот правда. Все эта штука теоретически, она может работать. Не знаю, как на здоровье, но вот... Ты так внимательно его слушаешь, Арен. Да, это твой друг. Хороший друг у тебя.